Вся жизнь этого актера соткана из противоречий и сложностей. Сегодня его мало кто помнит и даже с трудом узнают, так как множество пластических операций изменили его лицо. Американский актер и профессиональный боксер Микки Рурк стал известен после фильма «Девять с половиной недель». Сегодня ему 71 год. С детства его увлечение – бокс. В 12 лет Рурк выиграл свой первый бой. В любительском боксе рекорд из 27 побед с 17 нокаутами и 3 поражениями. Он так бы и мог остаться на ринге, но все изменил случай. Об актере все заговорили после выхода фильма «Девять с половиной недель», в котором он снялся в великолепном тандеме с Ким Бейсингер. Тогда актера признали самым привлекательным мужчиной. В 1989 году Микки снялся в «Дикой орхидее», где встретил свою любовь Кэрри Отис. Всего на счету Микки Рурка более 50 фильмов с его участием. Он снова вернется в бокс, получит немало телесных повреждений, ряд пластических операций, чтобы привести в порядок свое лицо, которое назовут «изуродованным». Он дважды состоял в браке и дважды разводился. Его первой женой была актриса Дебора Войер, с которой он прожил около 8 лет. В 89-м брак распался, но они остались хорошими друзьями. В 92-м году его женой стала модель и киноактриса Кэрри Отис. Однако и на этот раз брак оказался неудачным. На их отношения не назовешь идеальными. Оба злоупотребляли спиртными, запрещенными препаратами. Спустя 6 лет пара развелась. Когда супруги расстались, Микки хотел покончить жизнь самоубийством. Но от этого шага его удержали священник и психотерапевт, которого актер посещал на протяжении 10 лет. В 2009 году его возлюбленной стала модель Анастасия Макаренко, которая была моложе на 35 лет. Он даже начал учить русский язык, однако через 5 лет влюбленные расстались. У Рурка также были непродолжительные отношения с танцовщицей Ириной Коряковцевой и актрисой Натальей Лапиной. Он является фанатом маленьких собачек, шпицев и чихуахуа. По словам Микки, именно питомцы однажды удержали его от суицида. Сегодня он продолжает сниматься в кино и остается востребованным, несмотря на солидный возраст. Что касается личной жизни актера, то он после расставания с Кэрри Отис так и не женился.